Автомобильная дорога по улице Академика Харитона была расширена до 4 полос не так давно. И несмотря на то, что в городе до сих пор остро стоит проблема пробок, заторы именно на этом участке случаются значительно реже. Дорога сдана в эксплуатацию и функционирует в полном объеме. И вот спустя время выясняются подробности строительных работ на этом участке. Дорогу на улице Академика Харитона расширяли в сторону леса. И перед началом реконструкции необходимо было подготовить территорию и вырубить часть деревьев и кустарников. В июне 2017 года администрация и генеральный подрядчик заключили муниципальный контракт по реконструкции улицы Академика Харитона, в том числе и по вырубке деревьев на этом участке. Компания Андрея Гришина стала субподрядчиком у третьей организации. Объем заключенный в договоре составлял площадь 0,7 гектара и вырубку 624,6 куба древесины и 400 метров кубических порубочных остатков. К договору прилагалась схема расположения лесных насаждений, характеристика и объем древесины, подлежащей заготовке, расчет платы по договору купли-продажи и акт приема-передачи. На выполнение всех работ субподрядчику потребовалось чуть больше месяца, после чего события приняли неожиданный оборот. Тревожный звонок для Андрея Гришина прозвучал, когда на полигоне ТБО сообщили о том, что норма порубочного остатка по договору уже превышена, и вывозить пни, корни и ветви деревьев на городскую свалку уже нельзя. Так как у нас в договоре указано, что вырубка производится совместно с вывозом одновременно, здесь на территории улицы Академики Харитона стали собираться большие кучи с порубочными остатками. О ситуации Андрей Гришин сообщил в администрацию. На место вырубки выехали представители управления капитального строительства. Руководитель компании субподрядчика сообщил, что все нормы по площади вырубки и объему древесины выполнены. На что Андрею Гришину поступило неожиданное устное предложение. Продолжать дальше производить работы, потому что в уложенный срок мы не уложимся. Вот, чтобы сдать объект вовремя, на что я спросил разрешительные документы. Мне сказали, что все в порядке, вот, что продолжай работу, задерживайся вечери и выходи в выходные дни. Поверив чиновникам на слово, Андрей Гришин продолжил вырубать деревья под расширение дороги, после чего зашла речь о территории под парковку. Стоянка на 37 автомобилей. Ее очень долго ждали родители и ученики музыкальных, художественных школ и жители близлежащих домов. Но, как выяснилось, ни в одном нормативном документе, ни на одной официальной схеме, прошедшей госэкспертизу, этой территории не существует в природе. В проекте расширения дороги обозначена территория с асфальтобетонным покрытием и бордюрами, напоминающая парковку. Но обозначена она в лесу, совсем не там, где расположена сейчас. А в схеме, приложенной к договору купли-продажи лесных насаждений, стоянки и вовсе нет. На деле местоположение парковки менялось несколько раз. В первоначальном варианте под территорию стоянки попадала даже лыжероллерная трасса. Без нормативных документов, без разрешительных на это документации, вдоль дороги отметили краской периметр, который надо было вырубить, я совершил рубку древесины под их чутким надзором. Не было в схеме расположения лесных насаждений и территории лесопарковой зоны напротив музыкальной и художественной школ. Ее Андрей вырубил также, положившись на обещания должностных лиц. Я задал вопрос руководству, почему улица Победы, вот детский лесопарк, вот этот, никак не указан в схеме расположения лесных насаждений. Мне сказали, что не переживай, все документы имеются. Я совершил рубку на длину 22 метра, то есть, как и здесь, от поребрика существующей дороги. По итогу цифры, указанные на бумаге, и объемы работ, выполненные субподрядчиком по факту, отличались в разы. Напомним, что по договору это 0,7 гектаров лесных насаждений, 624 кубических метров древесины и 400 порубочных остатков. Если даже замерить по прямой, вот, длину дороги, которая входила в реконструкцию, составляла 850 метров длины и 22 метра ширины, что получается 1,87 гектара. Вот, это не считая стоянки, вырубленной по 37 автомобилей мест. По словам Андрея Гришина, никаких обещанных документов, а соответственно и денег за работу сверх заключенного первоначально договора он не получил. Сейчас в ситуации разбирается полиция, следственные органы и прокуратура. Мы направили официальные запросы в администрацию города и лесопарковое хозяйство. В ответе на вопрос, соответствовал ли результат выполненных по договору работ первоначальной схеме вырубки, чиновники ссылаются на проектную документацию. В ней указано, что площадь вырубки 15 202 квадратных метра, что составляет чуть больше 1,5 гектаров. Эта цифра тоже имеет мало общего с реальностью. Администрация с нашей фирмой не выходила ни на переговоры, ни на какие-то дополнительные
условия, там, чтобы как-то закрыть свой долг перед нашей фирмой. Фирма у нас обанкротилась. Из того же официального ответа администрации следует, что за вырубку деревьев и кустарников субподрядчику заплатили 421 875 рублей. В своем обращении в администрацию Андрей Гришин обозначает, что стоимость выполненных работ составляет больше 2 миллионов рублей. Цифры разнятся, данные на бумаге не соответствуют реальным показателям выполненных работ. В документах по расширению улицы Харитона слишком много несоответствия. Сейчас Андрей Гришин обращается в областную прокуратуру и Следственный комитет, чтобы восстановить справедливость и привлечь к ответственности тех, кто не выполняет взятые на себя обязательства. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.